друзья, вы на канале «Переездные без денег». Сегодня мы хотим вам рассказать, что мы вот ездили в Староминскую. Нам во время стрима, когда день рождения был у Галины, нам пришло сообщение на WhatsApp, что мы готовы вам подарить клубнику, саженцы и прочее. Вот я съездил в гости к подписчикам, к нашим друзьям. Они нам дали малины, клубники, виноград, саженцы, цветов и много-много чего другого. И вот мы сейчас начинаем сажать все это. Мы вам хотим показать это все. Большое спасибо нашим друзьям за то, что они нас не забывают, нам помогают. Большое-большое спасибо Староминской. Всем пока-пока. Наслаждайтесь нашим видео и смотрите. Сегодня мы посадили вот такие цветочки, которые Галине подарили на день рождения наши друзья с Ютуба. Вот. Такие желтенькие еще. Правда, обломился ствол один. Ну, ничего, мы поставили в вазу. Большой букет желтых цветочков. Вот. Также нам дали клубнички, мы посадили грядочку. Посадили клубники вот. Вот такую целую грядку мы насадили клубники. И нам еще дали винограду 3 кустика. И вот мы посадили еще 3 кустика винограда. Нам все рассказали, как за ним ухаживать. Мы сейчас его посадили. Сейчас будем поливать его постоянно, чтобы он немножко прихватился. А потом надо будет виноград этот засыпать землей, чтобы он не замерз. Вот. Прикрыть ветки, которые торчат из земли. Ну, веточки маленькие, прикрывать придется немножечко. Ну, а также нам еще подарили малины. Много-много. И вот мы сейчас садим малину. Вот. Малины еще много. Вон еще целая куча. Тут получится целый здоровый сад малины. Вот так вот. Помаленьку мы расширяемся. С садом у нас будет и малина, и виноград, и все. Здесь вот на поле мы посадили полосу люцерки для козочки, для нашей. Вот. Ну, там дальше уже ковушки мы садим, сад делаем. Садим чеснок, лук на зиму и прочее. Сажаем чеснок. Да? Мамочка у нас садит чеснок. Земля, конечно, здесь не такая, как в Архангельске. Здесь без полива ничего не обойдется. Даже сейчас вот ноябрь месяц, земля сухая, как порох. Так вот. Ну, уже остатки чеснока, остался мелкий чесночок. Мы решили все равно его посадить. Крупный уже посадили. Делали вот таких грядочек, отлиновали их. Здесь вот клубника. Вот так вот. В Архангельске делают борозды, а здесь садят все без борозд, потому что сухо. Вот так. Приходится делать вот такие грядки. Вот
так вот садим чеснок, делаем грядочки вот такие. Ну, посмотрим, что получится в дальнейшем у нас. Мы новички в этом деле, в полях сажать. Сажали раньше только на грядках. А сейчас у нас целое поле вот такое. Вот все, что вы видите, черное, спаханное. Это все наше. Насажали очень много саженцев всяких. Вот. Всяких саженцев насажали, деревьев. Вот. Так что будем ждать, когда они все приживутся и начнут нам плодоносить. Вот такие деревица. Вот. Здесь будет у нас сад. Там дальше малинник. Так помаленечку, потихонечку мы все садим. Она боится тебя, Андрюш. Это сестричка нашей Милочки. Андрюш, не пугай, все. Все, не пугай. Садись на велосипед. Садись, поехали. Привет. Горная коза. Мила решила покататься у нас. О как! Ох, папа, плакала твоя машина. Пока папа спит, не видит, Мила отрывается. Пошла в отрыв. О как! Мила! Мила, чудище ты! Лохматая. Когда папа это все увидел, папа был в большом-большом шоке и козу посадил на цепь, наказание за это.